одна з головних фавориток Ольга Капранова. Зараз серед цієї трійки найсильніших поки що маю на увазі Анна Бессонова, Ліна Максименко та Ольга Капранова. Першою свою вправу з м'ячем продемонструє саме представниця Росії. Капранова була третьою в упражненні зі скакалкою, і друге місце вона завоювала з обручем. Посмотрим, от як вона зробить м'яч. Завалила от сейчас элемент гибкости на полной стопе, не поднялась на полупалец. Ой, большая потеря. Ой, закончила она за площадкой. Но, честно говоря, это не спортивное поведение, вот так вот себя вести на площадке. Все-таки после потери надо побыстрее. 26-0-50, вот оценка Алии Юсуповой. Надо как-то быстрее бежать за мячом. Она так, ну, это, мягко говоря, такое неуважение к судьям. И к болевальникам. Да, и к болельщикам, прежде всего, которые болеют. И, ну, знаете, это некрасиво. То есть она еще и закончила за площадкой, то есть можно было бы хотя бы закончить в пределах группы.